тут же как, вот, собственно, пусти барда на сцену, и дальше пойдут его друзья. Это же цепная реакция. Поэтому самарские барды тоже с песенкой на мой текст. Надо сказать, что самое время петь такую песню. Да. На самом деле песня-то, она музыка Петра Кошелева, о чем он скромно промолчал. Да, подстрахуй. Ну, все поняли, важно, наверное. Да. 3, 4, 5, 6. Вот, заработала. Песня прям вот как раз по погоде. Она так и называется. Прогноз погоды. А, да. Может быть, ему тогда? У него не работает чего-то. У Володи. Да. У меня-то вот... У меня-то работает, а у него что-то сдох. А, ну да. Забыли включить. Бывает. Готов? Спать, уложить детей, попить чайку, походку. Усталый щуря глаз, у телека сидеть, где после новостей пойдет метеосводка. А это то как раз, что следует смотреть, уставиться в упор. Дождь за окном ли, снег ли, а на экране сон. В течение 3 минут все девки на подбор, как в боулинге кегли, прошепчут про циклон и ручкой поведут. От их негромких слов забудешь про невзгоды, и вот уж взор горит задорным огоньком. Казалось бы, дело, простой прогноз погоды, а вон чего творит с российским мужиком. Спасибо. Значит, и завершая, чтобы точечку поставить стихотворную и получился переход на следующих исполнителей, прочитаю такой стишок. Ветер выдует в форточку, дым от полемик, заедаемых в кухнях копченой трескою. Рвутся нити, и мы улетаем в то время, где придурок-сосед с патефонной тоскою. Он скулит, подбородок уткнувши небритый, в злой кулак, на котором написано «Север», но затихнет к утру под мотив риориты и поломанной спичкой сгорит в воскресенье. Двор проводит его и заплачет внезапно над ложком, притворявшимся вором в законе, и заскачет под музыку солнечный зайчик на блестящем, как лучшая жизнь, геликоне. Переходим к музыке.